Собственно говоря, место под строительство больницы скорой медицинской помощи было уже определено. Это территория бывшего трамвайного депо в Горроще. Сейчас это место заброшено. Однако на внеочередном заседании Рязанской городской думы депутаты окончательно решили вопрос о выделении участка земли под строительство. Парламентариям необходимо было утвердить перечень документов, в том числе внести изменения в генеральный план Рязани, чтобы получить федеральные средства. Теперь должна пройти государственная экспертиза проекта строительства больницы скорой медицинской помощи. На сегодняшний день эта территория отводится под больницу скорой медицинской помощи. И вот данное решение, оно поступит в пакет документов своевременно, слава богу. И мы можем уже рассчитывать, что в 2015 году начнется строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани. Сейчас должна пройти экспертиза проекта государственная, независимая, и затем уже, в общем-то, это будут все документы переданы для выделения соответствующих средств, немалых средств на строительство больницы скорой медицинской помощи из федерального бюджета.